25 марта – День работника культуры. Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, прошло в драматическом театре. Я с гордостью могу сказать, что город Нижний Тагил носит не просто название столицы, промышленной столицы Среднего Урала, а действительно культурной столицы Среднего Урала. Я всей души поздравляю вас с Днем работника культуры. Я желаю вам одного – улыбки на лицах, здоровья и долголетия. Будьте счастливы. Четыре творческих проекта отмечены премиями главы города. Это спектакль театра кукол «В стране дорожных знаков», монография-альбом «Алексей Константинов. Постоянство поиска», музей изобразительных искусств, Приваловский музыкальный форум Нижнетагильской филармонии и спектакль драматического театра «День Победы». И сегодня в городе очень много делается для развития этого направления. Еще больше у нас в план. Но самое главное – без чего невозможно работать, это вы. Это вы, уважаемые лидеры культуры, вы производите тот продукт, который сегодня так востребован среди тагильчан и гостей города. Ремонты учреждений культуры отмечены среди достижений в отрасли. В 2018 году обновлены три кровли и два фасада. Большая работа предстоит в 2020-2021 годах. Поддержим кулаки за Нижнетагильский театр кукол. Предлагаем все усилия по капитальному ремонту комплекса зданий Ленина-1, музея-заповедника Горнозаводского Урала. Но, безусловно, это капитальный ремонт молодежного театра Нижнетагильской филармонии. Праздничную программу завершило выступление московского джазового коллектива «Real Jam» и спектакль «День Победы».